если вы ждете, что вас кто-то придет и пожалеет, и скажет, а вот ты здесь невинно страдающий, мы сейчас тебя придем пожалеем. Нет. К сожалению, это только призыв хищника. Ну-ка, жертва демонстрирует страдания, это что такое? Она призывает хищника. Он видит, что добыча уже сделана. Вот. Поэтому, когда мы проявляем слабость, когда мы самоуничижаемся, нам кажется, что мы таким образом как-то, наоборот, пытаемся контакт сформировать с какими-то людьми. Призываем их к себе. А на самом деле сильных мы отталкиваем, а агрессоров мы привлекаем. Сильных мы отталкиваем, потому что сильным самим сложно. Они сами проходили через все. Вот. И когда они видят жертву, они боятся. Как бы, их отрицательное альтер-эго, каким они не хотят быть, с кем они в себе справились. Поэтому к жертве сильному сложно подойти. Вот. Ну, если он не служит миссии, конечно. Если у него миссия помогать слабым, да. Ну, где такие сейчас дефицит?